Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это суперигра викторины «Тюменская осень». Мы сейчас работаем в прямом эфире, телеканал «Тюменское время». Как могу к вам обращаться? Юрий Иванович. Юрий Иванович, очень абсолютно приятно. Верно. Да, Юрий Иванович, смотрите, у меня в руках ваша карточка. Мне нужно, во-первых, вас обрадовать тем, что вы у нас без пяти минут обладатель нового телефона. Но для того, чтобы вы им стали, назовите, пожалуйста, номер карточки, которую вы получили в центре проведения викторины. Сейчас, минутку. Минутку обычно 100, у нас... 100-720. Ой, ну так это секундочка. Абсолютно верно. Юрий, я вас поздравляю. Карточка у вас есть уже хорошо. В какой объект военного времени вложен труд тюменца Семена Константиновича Подско? Вариант А. Поезд-баня. Вариант Б. Танк-малютка. Поезд-баня. Ответ получен. Скрываем перфорацию и читаем правильный ответ. Правильный ответ. Поезд-баня, Юрий. И сейчас я задаю вам второй вопрос. Приготовьтесь, ответьте правильно, и тогда подарок будет ваш. Готовы? Готовы. Как земляки увековечили память о Семене Подско? Вариант А. Сквер в районе ДК «Железнодорожник» назван его именем. Вариант Б. Одна из улиц Тюмени носит его имя. Сквер возле ЖД. Сквер. Ответ получен. Скрываем перфорацию и читаем правильный ответ. И правильный ответ – сквер в районе ДК «Железнодорожник». Юрий, я вас поздравляю. Спасибо. Вы стали обладателем замечательного подарка – смартфон.